Всем привет! Сейчас идем с вами стричься, и я вам покажу, наверное, сейчас длину, в которой я сейчас, длина волос, которая у меня сейчас, и потом посмотрим, в общем-то, картинку до и после, что получилось, да? Так, что у меня сейчас? Сейчас у меня вот здесь вот у меня заканчивается, видите, да, по пояс примерно, вот так. Угу. Да, спереди, вот. Тоже, ну, понятно, в общем-то. Стричься, в общем, муж сказал, что он не хочет, чтобы я стригла сильно коротко, потому что я уже не маленькая девочка. И поэтому я решила, наверное, что-то типа каре будет. Посмотрим. В общем, картинка есть у меня, то, что я примерно задумала. А дальше там, может быть, посмотрим с мастером, что-то подумаем по этому поводу. Но в итоге вы увидите, что получилось. Поэтому, в общем-то, до встречи уже с новой стрижкой. Вот мой стрижущийся аутфит. Да, я знаю, что для моего роста это очень широкие штаны, но мне наплевать, потому что я на каблуках буду. Да. Ну что, до встречи через мгновение. Дашулька лопает блинчики. Смотрите, какие ножки. Ням-ням-ням-ням, сладенькие такие. Пальчики маленькие. Кушай, кушай. Где? Такие пупсики у меня. Сидички. Ты на меня смотришь? Да на тебя, красотка ты моя. Так, сейчас я перед вами в таком переходном цвете. Что-то из... Что это? Кыш-кыш. Что-то из моего цвета выходит в какой-то рыжеватый, да? То есть вот этот цвет, который мы получили после многих нанесений ремувера. Причем действительно многих, там, по идее, около 10 раз мы его наносили за 3 мои посещения салона. Для того, чтобы этот цвет вышел, как бы это получается средство, которое... как это, выводит именно искусственный пигмент, да, то есть он не портит волосы, а именно вот так вот часто и много наносится для того, чтобы не испортить волосы, но вытащить, в общем-то, старый темный пигмент. И вот такой вот цвет он вышел. А, господи, что это у меня в голове? Кто это? Так вот. И, в общем-то, что я хочу сказать. Во-первых, да, то есть у меня есть следующее посещение, салон уже будет последнее. Мы будем делать нивелирование так, чтобы, ну, даже такое, наверное, больше колорирование, чтобы все-таки выйти какой-то нейтральный цвет, из которого мне не нужно будет краситься, чтобы потом перейти в мой натуральный оттенок. И по поводу сразу ухода за волосами я вам покажу, да, что я купила там же в салоне уход L'Oréal Intense. Рупея, да, интенсивное как бы восстановление. Там есть 3 серии вот такого ухода. У меня Intense, это вроде как самый сильный для восстановления, да, интенсивный самый. У него входит шампунь, да, желтенькая баночка маски для волос и вот такой вот тюбик двуслойная такая, как сказать, ну, вроде как термозащита, но здесь еще написано, что это ультралегкий, увлажняющий уход спрей, вот такого плана. Вот это очень вкусно пахнет бананом, просто невероятно. Расскажу про них попозже, когда буду какой-то результат знать, потому что только-только начала. И что еще? Я хочу еще вам показать как, мою историю причесок, да, то есть я вообще очень много в молодости экспериментировала над своими волосами, делала разные стрижки, прически, укладки, завивки. Вот, и я вам хочу немножко показать, как это выглядело, чтобы вы понимали, что то, что я так радикально, скажем, да, остригла длину,
это для меня, в принципе, нормально, да, то есть я на это не решалась, там, или мне не жалко, и все такое, то есть абсолютно нормально, потому что я это делаю часто, у меня по генетике, у меня очень быстро растут волосы, да, то есть вот эта длина, которую вы видели, она выросла буквально за 2,5, наверное, или, может быть, 3 года, то есть, ну, нормально, у меня быстро растут волосы, я не переживаю по этому поводу, никуда не денутся, и... В общем-то, приятного просмотра. Надеюсь, эта стрижка вам что-то понравилась, да? Нормально вообще? Как-то, наверное, я вот так на пробор это все буду носить. Вот как-то так. Как-то так. Я загадочная. Yeah. И снова-таки отправляю вас смотреть фотографии, а потом посмотрим уже результат, что вышло с мизированием. Хорошо? Her mind so small as it is. Я, наверное, еще, знаете, что сделаю? Покажу вам такой небольшой аутфит тоже с короткими волосами. Вот, в общем-то, чтобы вы видели, как это выглядит тоже, да, в общем фоне. То есть, как по мне, так довольно-таки все гармонично. Ничего не мешает. И все весьма аккуратненько. Я бы даже сказала, гигиенично, да? Особенно учитывая мою работу. Как правило, волосы приходится куда-то девать. Напомню, я работаю с маленькими детками, да, новорожденными, с мамами, поэтому вот это все как-то не комильфо, да. А вот в таком вот плане короткие волосы, короткие ногти, это такое очень рабочее. Так что вполне вероятно, что, может быть, я просто на работу настраиваюсь, поэтому я решила с нотки постричься достаточно коротко. Ну, надеюсь, вам понравилось. Ну что, друзья, готовы увидеть окончательный вариант, скажем так, на сегодняшний день? Ку-ку! Вот так это примерно получилось. Что я могу сказать? В общем-то, ну, стрижка, понятно, каре у меня было уже когда-то, для меня это не сюрприз, что так бы оно и получилось. Цвет. Мне очень нравится этот цвет. Он намного теплее, чем когда-либо вообще, когда я делала себе что-то подобное, какие-то эксперименты с цветом. В принципе, я никогда не экспериментировала с осветлением, я никогда не экспериментировала с теплыми оттенками, да. То, что вышло сейчас, это достаточно теплый такой песочный оттенок волос, который для меня немножко такой... необычный, да, потому что, я же говорю, всегда были какие-то холодные все-таки цвета, потому что я, у меня такой классический славянский цветотип, я светло-русая, и, в общем-то, этот цвет для меня новый немного. Но, в принципе, другой получиться пока не может, потому что, когда цвет выводился вот этим ремувером, да, то выходил он именно через рыжий, ну, так всегда бывает. И поэтому даже когда мне нанесли сверху цвет, получилось он все-таки теплее. И вот тут буквально спереди есть какие-то пряди более холодного такого сероватого оттенка. Вот к этому цвету мы будем дальше выходить, да, то есть там, когда я буду краситься в следующий раз, через месяц мы будем в зиму выходить. То есть примерно вот такого цвета у меня свои натуральные волосы, когда я немного выгорю. То есть выгоревший цвет моих волос примерно такой, холоднее. Как по мне, так весьма себе свежачок, как для моего лица, да, довольно-таки освежающе выглядит. Я не думаю, что это выглядит хуже, чем с длинными волосами. Кроме того, как, знаете, так чисто по-женски, иногда надоедает видеть в своем отражении в зеркале всегда одну и ту же прическу, да. Хочется что-то менять. И кроме того, как вы уже поняли по фотографиям, которые я вам показала, то я меняю периодически. Ну как, не то чтобы часто, но я пользуюсь моей генетикой, да, тем, что у меня очень быстро отрастают волосы, и поэтому я могу себе позволить часто их стричь. То есть для меня нет ничего такого, что я решилась постричь, да, никаким это решительным шагом для меня не было. Это... Ну, как бы постриглась очередной раз, вот и все, да. То есть были варианты и короче, были варианты и длиннее. В данном случае я вот решила именно так. Почему? В принципе, знаете, может быть, я бы решилась просто вернуться в свой цвет и в той длине. Но если вот так вот
постоянно ходить к парикмахеру с такими же процедурами на большую длину, то я бы просто обанкротилась, да, потому что это не самое дешевое удовольствие, если честно, чтобы делать именно тем методом, которым делаю я. То есть не просто осветлить волосы, да, а именно выходить через ремув, то есть не повреждать волосы, да, потому что вот этот ремувер, который используется при снятии цвета, как мне объяснил основной мастер, он вымывает, как разрушает, да, искусственный пигмент, да, натуральный он не трогает. А вот те краски, которыми я красилась, да, краски, которые мы можем купить просто в магазине, то есть непрофессиональные краски, они в основном по большей своей части содержат именно натуральные компоненты, поскольку они больше ориентированы на закрашивание седины. И поэтому выводить ремувером пришлось намного-намного дольше. Вот. Но в то же время я оставила свое качество волос. Замечательное, как по мне, да, видите, они все живые, послушные, красивые, блестящие. В общем, все у них осталось, да. И, в общем-то, да, еще момент. То есть, видите, такой неоднородный цвет достаточно получился. Этот цвет... как это, немного с эффектом брондирования, да, то, что называется, то есть с эффектом, как будто бы кусочками волосы так повыгорали, да, мне очень нравится, я хотела именно такой эффект, и, в общем-то, я его получила, и снова-таки еще одно мое маленькое такое женское счастье по этому поводу. Вот, я надеюсь, что вы рады меня видеть в моем новом амплуа, скажем так, относительно моей прически, и все дальнейшие видео будут радовать вас моим новым образом. Спасибо, девочки, за просмотр. Буду всех вас ждать с нетерпением в наших с вами новых видео. Всех люблю, пока. Кстати, совсем забыла. Я сейчас еще вам покажу, как это, вот это все выглядит в повседневной жизни, да? То есть, вот примерно так. Я не сильно училка, правда? Ну, нормально, по-моему. Та-да-дам! Та-да-дам! Та-да-дам!